Минулої п'ятниці події відвідали збори чернігівського земляцтва у місті Києві. Спілкувалися з цікавими людьми та дізнавалися нове. Меценат Юрій Коптєв, почесний громадянин нашого міста, ділився своїм баченням такого важливого аспекту цивілізованого суспільства, як культура. Благодійник, за кошти якого Прилуки вже багато років культурно розвиваються і внутрішньо, і зовні, безперечно має право на такі судження. Що ж за явище прилуцька культура? Последнее время, не только последнее время, вот я не общаюсь с руководителем департамента культуры по городу. Вот с этой дамой, которая та самая, она высокомерная, которая вообще для города ничего не делает. Понимаете, человек занимает место и ничего не приносит городу. В свое время, там лет года 14, помните, как было в городе, да? Город, да, и там и Светлана Бирюзова, и Никитченко, и это самое. Они как-то вот стремились к тому, чтобы город как-то культурно развивался, я в этом помогал, я никогда не отказывал. Говорячи конкретно про місто, Юрій Коптєв бачить лише одне. Затишье. И вы понимаете то, что ничего не делается. Это непозволительно в таком городе, как Прилуки, который всегда в Черниговской области был первый по культуре. Вот я хотел бы вот обратиться к этой даме, я по-другому ее назову, потому что это человек, который занимает просто-напросто место и ничего не делает. Человек должен уйти с этой должности, и это должно произойти в ближайшее время. И это место должен занять тот человек, который будет город опять это самое будоражить, будет сделать все для того, чтобы культура в городе была на высшем уровне. Ну нельзя, чтобы город вот сам умер. Нельзя. Я приложил все силы, не только силы, и финансы приложил для того, чтобы в свое время город как-то поднять на какой-то определенный уровень-то. Это вот наболевшее мое, потому что я вижу со стороны, что делается. Я месяца два, будем так говорить, просто наблюдал, что делается. Ну, я был в шоке. Вы знаете, новогодние празднования, это самое, и вот праздник Новый год прошел. Он прошел так вот, тихо-тихо, вроде как не было. Нагадаємо прилучанам організацію проведення новорічних свят. Є план, який складається із заходів. В принципі, так як і минулих років, йде по одному і тому ж самому плану. Основні заходи – це відкриття головної ялинки, яке відбудеться завтра о 16-й годині. Запалення різдвяної зірки, яке вперше відбувалося в минулому році, вона буде 6 січня на центральній площі о 16-й годині також. І у міському будинку культури концертна програма 8 січня «Христос народився, славімо Його», яке теж вже є традиційним заходом. Соответственно, День города, который не был замечен вообще, такого не было. День города как-то вот слился днем, это самое освобождение города. И День города, все как-то где, когда, что, ничего не было понятно. Тех мероприятий, которые проводили по Маслову, по Гайдаю, по летописцу, город не принимал участия. И, между прочим, сама Ирина Станиславовна, она делала все, чтобы эти мероприятия прошли как-то непонятно. Это спасибо той инициативной группе, которая поддержала. И в последние дни спасибо Владимиру Николаевичу Хоменко, что он это самое обязал, чтобы эти мероприятия прошли. Будівля колишньої четвертої школи, де Юрій Коптєв планує створити великий культурно-мистецький комплекс, швидко руйнується, а конструктиву в співпраці немає. Якщо хочуть зробити четверту школу, пускай скажуть. Я все, що мог, зробив. Я провів мероприятие. Год, цілий год передавалося це саме з відділу освіти, все передавалося імущество, це саме куди-то в музей. Я не буду більше це саме ходити, і два останніх місяці я не спілкуюся ні з ким в місті, тому що, ви знаєте, когда мне дают это самое задачи ставят уже и считают, что я звено какое-то это самое вот в цепи рабочем цепи города, нет, это не так. У меня должно это все исходить от души. И все, что делалось от души. И потому те все мероприятия, они куда ни пойди, там всегда приятно находиться. Потому что делалось всегда с душой. Я не делаю ничего такого, чтобы это сам было для меня. Все знают, у меня тут не бизнес, а ничего. Я делаю для людей. Я делаю, чтобы люди, которые живут в городе, гордились и за город, и за то, что они там живут. Чтобы они, в конце концов, ощутили то, что город – это их дом. Юрию Владимировичу надо уже как-то изменить вот это общество, которое вокруг него. Надо как-то запоставить тех людей, которые будут работать. И будут работать, отрабатывать деньги, которые им платят люди со своих налогов. Вот надо что сделать-то.